Всем привет! Сегодня хочу снять обзор на женский рюкзак Августа. Он представлен у нас в аутлете к 13-му каталогу. Размеры рюкзачка 27 на 25 на 9 сантиметров. Закрывается на молнию. Цвет зеленый. У меня тоже в этом же цвете. И стоимость 799 рублей именно в этом каталоге. В аутлете. Давайте же посмотрим рюкзачок. Я его приобретала уже где-то полгода назад. Он у меня находится в эксплуатации. Очень мне нравится. Очень приятное качество порадовало, если честно. Долго я сомневалась, покупать или нет, потому что думала, что вдруг он порвется сразу же и стоить своих денег не будет. Обратите внимание, что хоть это и искусственная кожа, но она выполнена довольно качественно и неплохо так смотрится. Рюкзачок оснащен молнией. Молния имеет ограничитель, то есть у вас собачка не вылетит. Все прекрасно, здесь прошито, все качественно, красиво. И вот такая вот такой бегунок. Тоже такой элемент на молнии находится. Так что очень-очень интересно. Здесь ручка. Тоже все качественно, хорошо прошито. Я его так очень хорошо ношу, если честно. Так, здесь тоже такие вот лямочки. Они достаточно большие и регулируются. То есть можно увеличивать длину ремня. Спереди у нас есть карман, который окружен такими декоративными элементами красивыми. И карман достаточно вместительный. Сюда влезет телефон. Я так думаю, такой хороший большой телефон даже может поместиться. Или телефон в чехле. Так. Внутри у нас одно отделение. Так, вам, наверное, будет плохо видно. Здесь подкладка полиэстер, но она тоже довольно качественна и хорошо прошита. Никаких у меня не возникло проблем с этой подкладкой. Ни дырочек, ничего, все хорошо. То есть вообще все нормально. Так, и здесь еще имеется кармашек. Кармашек тоже на молнии. Он тоже довольно вместительный и может много чего сюда поместиться. Вообще рюкзачок тоже довольно вместительный. Смотрите, даже каталог я положила, и еще очень много места. Хочу вам сразу сказать, что я ходила с этим рюкзачком в магазин. И, например, если купить пакет молока, булку хлеба, там и что-нибудь к чаю, какие-нибудь печенье, то все сюда прекрасно помещалось. Кстати, несколько раз или даже больше, чем несколько раз я ходила с этим рюкзачком в магазин, именно покупала вот такой продуктовый набор, потому что с ребенком, то есть на коляске либо на велосипеде, нужно постоянно контролировать ребенка, и как бы лишние сумки какие-то, это совсем неудобно. И прекрасно он себя проявил, этот рюкзачок, ничего не порвалось, дно не вывалилось, и здесь тоже никаких не возникло проблем. Посмотрите, все хорошо прошито, все качественно. Рюкзачок мне очень понравился. Ручки не оторвались, не порвались, видите? То есть тут все тоже хорошо. Вот он как новенький, хотя я его эксплуатировала, все лето, наверное, точно. Куда-то, если на прогулку или куда-то еще в какую-то поездку небольшую, да, взять там самые необходимые вещи, то вполне себе он подойдет. Дно у него немножко плотнее, чем основной, то есть чем весь остальной рюкзачок. Немножко плотнее, это, конечно, приятно. Итак, он довольно стильно смотрится. Хороший рюкзачок, могу его рекомендовать. Я очень довольна покупкой. Знаете, когда сейчас увидела его в аутлете, мужу говорю, я пошла снимать видео об этом рюкзаке. Он говорит, ну да, рюкзак-то классный, ты же с ним все лето проходила, он такой хороший, вроде бы даже качественный. Так что вот, девчонки, рекомендую к покупке. Напоминаю, что вот он в аутлете к 13-му каталогу на... Ну вот на второй страничке, вот 799 рублей.
Если вам это видео понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии. Всем пока-пока!